Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original, ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor, sigan estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos, elijan el idioma. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a este canal. ¡Que disfruten del cine ruso! Как? Музыка сфер. Берег для особого случая. Да, и что же сегодня это за случай? Скажи, Олег, что ты знаешь о брюсовой русалке? Ну, то же, что и все. Ее не существует. Значит, не существует. Тогда смотри. Ты хочешь сказать? Брюсова русалка собственной персоной. Кто-нибудь знает? Пока нет. Но завтра, завтра приедет Шмидт, займемся атрибуцией, сделаем отписание, ну, все, что положено. А через месяц-другой сделаем официальное заявление. Но сначала я хотел показать ее тебе. В конце концов, без тебя я бы ее не нашел. И ты держишь ее здесь, дома? Не боишься? Только один день. А завтра она отправится в институтское хранилище. Не жалко отдавать? Жаль, конечно. Но ты прав. Я не могу оставлять ее дома. Ампю? А? Ампю? Да-да. Приехали. Пошли. Ну, давай. Давай речи. Есть. Напротив. Так. В шкафу смотрел? Нет, не откроется. Там сейф, попробуй открой. Сейчас. Опа, сложный, да? Сложный, сложный. Ну ты ключи у него посмотри. Сейчас, сейчас. О! Что, есть? Да, есть какой-то. Есть, есть. Есть! Так, ключи нафиг не нужны. Так. Опа, рыжий, ты посмотри. Оставь, мы здесь не за этим. Все, валим, мужики, валим. Рыжий, стой! Володь, ты ж переградил все. Да ладно, мы только выгрузиться. Если что, сдам назад. Эй, хозяева, открывайте! Рассаду привезли! Ну чего? Да черт их знает, спят, наверное, что ли еще. Сами с утра заказывают доставку, а потом не дозвонишься. Да я только рассаду привез, ребята! Чего что?
Тихо здесь сиди, не высовывайся. Малой за штурвал. Тачку скидывай. Малой, рулишь. Опа, едем. Шмидт Александр Вильяминович. Очень прошу. Приятно. Ага. Ну, присаживайтесь. Благодарю вас. Мне вас очень рекомендовали. Сказали, что в области сыска вам просто нет равных. Видите ли, дело в том, что мой сотрудник погиб. Погиб? Убит во время ограбления. Нет, вы, наверное, что-то неправильно поняли. Убийствами и ограблениями полиция занимается, а у нас частное сыскное агентство. А я не собираюсь вас просить искать убийцу. Тогда что? Русалку. Простите, кого? Я прошу вас найти русалку. Макар, я тут новый рецепт изобрел. Сереж, подожди. Извините, здравствуйте. Это мой помощник Сергей Бабкин. Очень приятно. А эта русалка, она входила в список похищенных вещей? В том-то и дело, что нет. Некоторые считают, что ее вообще не существует. Вот как. Ее вообще никто никогда не видел. Но у меня есть все основания предполагать, что эта русалка как раз находилась в доме Зильберта в день ограбления, и ее похитили. Так что я не могу обращаться с этим в полицию. Подождите, почему вы решили, что она находилась в доме? Видите ли, дело в том, что покойный Зильберт, это как раз и есть мой бывший сотрудник, он еще с 80-х годов занимался поисками русалки. И в последние годы эти поиски стали для него просто какой-то навязчивой идеей. За день до смерти он мне позвонил, был очень взволнован и сказал, что он обнаружил Брюсову русалку. На следующий день его убили. Я все-таки рекомендую вам ввязаться в это мероприятие. Потому что, вот, пожалуйста, сумма, так сказать, аванса, и если вы ее найдете, эта сумма утраивается. Вы поймите, тут дело не в деньгах. Я не могу взяться за это дело. Почему? Потому что вы не дали мне ни одной зацепки. Я даже не знаю, что искать. И с моей стороны будет непрофессионально принять ваше предложение. Мне говорили, что вы очень щепетильны. Но, кроме того, мне говорили, что вы очень амбициозны и что вы очень любите такие вот сложные, невыполнимые, так сказать, задачи. Вы поймите, вы собираетесь заплатить немалые деньги. Это не я собираюсь, это собирается заплатить институт. Дело в том, что у Зильберта не было никакой семьи, так что вся его коллекция и все его наследство достается институту. Поймите, если он действительно нашел эту Брюсову русалку, то это мировая сенсация. Вы можете стать вторым Слиманом. Завтра похороны. Там будут все сотрудники института, так что вы сможете с ними побеседовать. Я вам рекомендую все-таки не отказываться. И очень на это надеюсь. Я подумаю. Подумайте. Да. А это кто? Шмидт. А что этому сыну лейтенанта Шмидта надо от нас? Он хочет, чтобы я вторым Шлиманом стал. А что, заманчивое предложение? Да, сумма, Сереж. Аргумент. А где же супруг? Улетел в Лондон читать лекции. А он улетел до того, как застрелили Зильберта, или после? Он как супруг-то, по-прежнему чуть что, сразу за пистолет? Это ведь вы позвонили в полицию? Вы нашли тело, да? Прекрати, как ты смеешь? Лариса Витальевна, можно вас на пару слов? Да. Ну что, полиция нашла что-нибудь? Нет, пока ничего, ищут. А дневник Зильберта? Какой дневник?
Сильберт вел записи. Он каждый вечер что-то записывал, но вроде отчета за день. Вы что, не знали? Нет, не знал. Абонемент на похороны можно выдавать. Уже третий за полгода. В апреле Ланского убили, в прошлом месяце Акимова. Акимова? Реставратора? Да ладно, я не знал. Тоже убили при ограблении. Господи, да что же у него грабить можно было? Папкин самовар? Ну, понимаю, Ланского. У него серьезная коллекция. Говорят, по слухам, у него аж 5 штук фряжских икон. Ничего не взяли. Только подсвечник из Софринской лавки. Ему полтинник цена в базарный день. Бред какой-то. И у Зильберта та же история. 2 новгородских кубка взяли, все. Ну ладно, ехать надо. Давай. Нет. Надо было все-таки остаться на поминке. Просто так взять и уйти с кладбища. Могут пойти ненужные разговоры. Брось, никто ничего не заметил. Не заметил. А вот я не уверен. В любом случае, это поздно обсуждать. А если все раскроется, что тогда? Успокойся. Никто ничего не узнает. Я за себя не волнуюсь. Я волнуюсь за тебя. Вот что тогда будет? Все будет хорошо, если ты прекратишь истерику и возьмешь себя в руки. Завари мне кофе. Я уже с ног валюсь. Кажется, с вами мы еще не общались. Майор Мироненко. Ух ты, центральное управление. А что произошло? Я думал, делом занимается областная полиция. Вот, пожалуйста, мое удостоверение. Макар Илюшин, частный сыск. И что вы тут делаете, коллега? Выполняю поручение господина Шмидта. Ну, выполняйте, выполняйте. Только не забудьте, что по закону частники обязаны предоставлять следственным органам информацию, которая может иметь отношение к делу. Обязательно. Ну, я еще не прощаюсь. Очень рад, что вы согласились. Честно говоря, я на это надеялся. Вот, пожалуйста. Здесь вся информация, которую я обладаю. Как нарочно захватил. Замечательно. Скажите, а я могу осмотреть дом Зильберта? Ну, конечно, нет ничего проще. Полиция там уже закончила, как мне сказали. Так что дом-то, между прочим, принадлежит институту. Ага. Да, так что удачи в вашем распоряжении. Прекрасно. Да. А, познакомьтесь, это ближайший друг покойного Зильберта, Олег Борисович. Вот чем. Очень приятно, Макар Илюшин. Ну что ж, я пошел, а вы поговорите. Счастливо. До свидания. Счастливо. Один вопрос будет к вам. Ваш друг в последнее время ничего не говорил о русалке. Может быть, вы что-нибудь слышали? Мы дружили почти 30 лет. Ага. Все эти годы он только и говорил о ней. Но о том, что он якобы нашел русалку, я узнал от Александра Вениаминовича Шмидта сегодня утром. Так, то есть, получается, вы русалку не видели? Ну, разумеется, нет. И уж простите, не верю в то, что он ее действительно нашел, я бы об этом знал. И вот тогда, кстати, ему бы следовало опасаться не грабителей, а коллег. Кого-то конкретно имеете в виду? Ну, в первую очередь, тех, кто сделал научную карьеру на развенчании мифа о брюсовой русалке. Извините. На развенчании мифа. Да. Пойдем домой, скорее. Скорее пойдем. Ну, пойдем. Пойдем. Ну, пойдем, моя маленькая, пойдем скорее. О, женщина, вам имя, повеление?
Цыц, мелочь. Так отольются тебе мои слезы, отольются. Шли бы вы домой. Мой дом, моя пустошь, пристанище в пещерах. Что, опять не пускают? 10 лет на руках носил. Получку все отдавал ей до копейки. Теперь на порог не пускает змея. Да, Катя, проходите, проходите. Ну, иди сюда, моя красотка. Ну, гулялась, а? Она к вам явно неравнодушна. Это взаимно. Спасибо вам, Катерина. А вот ваш гонорар. Спасибо. Завтра вы сможете с утра с ней погулять? Конечно. Я вещи в химчистку отдала, и вот квитанция в среду они будут готовы. Ну, что бы я без вас делал? Ну что, Антуанетта, давай отдохнем. И Катя, наверное, устала. Весь день по городу бегала с сумками. Да нет, я не устала. Ничего, ничего, проходите, не стесняйтесь. Проходите, проходите. Да. Я вас ужином угощу. Вы ведь не торопитесь? Дома-то вас никто не ждет, вы же сами говорили. Или ждет? А? Нет, не ждет. Ну вот и замечательно. Так, секундочку. Слушай, Серег, мне вот интересно, почему делом Зильберта занимается центральное управление, а не областное следствие? Потому что дело Зильберта не само по себе. Там целая серия. Так. Ну, за год, помимо Зильберта и этих двоих, ну, про которых на кладбище говорили. Войнич и Ланской. Да. И еще 2 эпизода. Всего получается 5. Грабит и убивает коллекционеров. Вот это только то, что в прессе. А так, может быть, больше. Серег, это понятно. Почему центральное управление? Раз признали, что серия, соответственно, взяли под особый контроль. Ну? Кстати, как фамилия этого следователя? Мироненко. Мироненко, Мироненко. Нет, не знаю. Серег, ты можешь со своими ребятами с Петровки поболтать? На предмет? На предмет? Ну, надо добыть информацию по другим ограблениям. По другим ограблениям? Сережа, это важно. А, конечно могу. Сейчас Рыкову позвоню. Хороший парень. Мы с ним в 110-м работали. Угу. Я там ему в одном деле помог. Так что не откажет. Ты окончательно, ты не сломай. Тихо. Макар. Работает. Рыкову звони. Живем! Ей-богу, не пойму, почему вы решили работать курьером? Неужели вам это нравится? Такая молодая, красивая, с образованием. Но у меня образование еще не окончено, опыта работы нет. Ну, еще я без регистрации. Ну, так сделайте регистрацию. Паспортный стол у нас на соседней улице. Я не могу. Хозяева, которые пустили меня пожить бесплатно в их квартиру, они пока оформляют бумаги на продажу. Вот. Так что считайте меня нелегалом. Ну вы, ей-богу, как ребенок, честное слово. Но купите, купите регистрацию. Сейчас все так делают. Заплатите 5000 и живите спокойно. Это ведь сумма-то небольшая, я вам за помощь по хозяйству 8000 плачу. Ну да, только мне еще 15 нужно заплатить за институт. Олег Борисович, давайте больше не будем про деньги. Я вот лучше тарелку отнесу. Не-не-не-не-не, я вас умоляю. Все-все-все, рабочий день закончился. Отдыхайте. Садитесь и отдыхайте, Катерина. Олег Борисович, мне правда уже пора. Ну, куда вам пора, Катерина? Мы сейчас кофе будем пить, хорошо? Это чаша для питья. Как-то привез из одной экспедиции.
Представляете, купил у деревенской старухи рубля за 3, а она сейчас стоит 1300. 300 тысяч? Да. И вам не страшно, Олег Борисович, показывать свою коллекцию незнакомым людям? Ну, незнакомым я ее не показываю. А как же я? Ведь вы меня совсем мало знаете. Вдруг я наводчица или мошенница? А? Ну, какая же вы наводчица? У вас все на лице написано. Это обрядовые куклы. Это из Карелии, та из Смоленска, а это с Дальнего Востока. Я ведь работаю реставратором. Приходится восстанавливать памятники старины. Простите, Катерин, вам, наверное, все это неинтересно. Я вас заболтал. Да нет, ну что вы, очень интересно. Ну, тогда пойдемте пить кофе. Макар, а что мы ищем-то? Серег, брюсову русалку ищем. Это я понял. А как из себя... Ну, что из себя представляет эта брюсова русалка? Черт его знает. Это знаешь, как этот, как Святой Грааль. Все слышали, никто не видел, никто не знает, что это такое, как выглядит и где искать. Угу. Слушай, что пишут. Считается, что русалка принадлежала Якову Брюсу, другу и соратнику Петра I. Брюс, по слухам, помимо математики и астрономии, занимался колдовством. Знался с нечистой силой, делал живое и мертвое снадобье из лягушачьих мозгов, а по ночам Серега из окна вылетал и нарезал круги вокруг Сухаревской башни. Ну, мужик дает. А про русалку что пишет? Про русалку пишут, что в 1715 году из отдаленной губернии Брюса была доставлена русалка Малая Абразина. Абразина это как? Непонятно, Серег, то ли изображение, то ли, может, страшна, как смертный грех. Вот слушай, росту в ней 3 вершка, однако известно, что сия Абразина способна творить чудеса, Сережа, и исполнять желания. Неплохо. Брюс русалку никому не показывал, точного описания нет, куда русалка делась после смерти Брюса, неизвестно, как я и говорил. Тем более, что слухи о ее смерти многие до сих пор считают преувеличением. Нормально. А мы возьмем, так и найдем. Супер. Кстати, а что там написано? Какие чудеса сия тварина образит? Серег. Подожди, подожди. Полин, пахнет. Запах гари чувствуешь? Не получилось, что ли? Вы молодая, красивая девушка, Катерина. Вы всегда в хорошем настроении, умеете слушать, а это, поверьте, ценные качества. Скажите, почему же вы проводите свои вечера со старыми хрычами вроде меня, а? Ну что, Олег Борисович, вы совершенно не старый. Ну, положим, я еще не совсем вышел в тираж, хорошо. Но все-таки, почему вас не окружают молодые, пылкие поклонники? Почему девушка с такими достоинствами и одна? Коньяку? Нет, спасибо. А я, пожалуй, выпью. Позвольте-ка я вам покажу кое-что на самом деле интересное. Это русалка? Да, еще их называют фараонками. Это магическая русалка. Она исполняет желания. У нее очень длинная и очень темная история. Я как-нибудь ее вам расскажу. Но одно точно. Люди загадывают ей желания, а русалка их исправно исполняет. Вы серьезно? А вы попробуйте сами. Загадайте ей что-нибудь. Чего вы хотите? Корону Российской империи? Принца на белом коне? А может быть, петь, как Монсеррат Кабалье, а? Да нет, мои желания намного проще. Я бы хотела сидеть в офисе и не таскать целый день по городу тяжелые сумки. И получать за это деньги. Дорогая русалка, ты меня услышала? Что дальше? Я же говорю ждать, пока не исполнится желание. А вы загадывали какое-нибудь желание? Нет. Почему?
Потому что желание – это опасная штука, Катерина. Знаете, может втянуть, как в водоворот. Потом не выплывешь. Олег Борисович, извините, мне правда пора. Мне завтра рано вставать. Ну да. Спасибо за кофе. Спасибо за ужин. Блин, ты где шлялась? Гуляла с собакой. 2 часа назад ее привела. Я из окна видел. Да, я привела ее 2 часа назад, но Олег Борисович приготовил ужин. И он попросил меня остаться. Он настаивал. Ужином, значит, кормил. А что я должна была ему сказать? Что ты меня здесь ждешь? Что тебя ищут? Нас. Я тебе говорю, нас ищут. Еще. Узнаю, что круче с ним. Убью. Да, Бабкин слушает. Рыков, что, готов уже? Так, оперативно работайте. Ну, я сейчас подъеду, да. Ты где, у тебя на Петровке? Да, все, давай, пока. Надо на Петровку ехать. Рыков приготовил отчет об ограблении коллекционеров. Отлично, тогда разделимся. Я поеду в дом Зильберта, а ты езжай к Рыкову на Петровку. А вечером отчет о проделанной работе. Подбросишь? Конечно. Значит, теперь вся эта коллекция принадлежит институту. Совершенно верно. Завтра приедут наши специалисты из института, сделают опись. И потом начнем потихоньку вывозить вещи в хранилище. Потом закажем какую-нибудь клининговую компанию, которая здесь все приведет в порядок, уберет, так сказать. А осенью заедет кто-нибудь... Другой какой-нибудь наш специалист. И дача же институту принадлежит, я вам рассказывал. Да, да, да. А это, простите, вот что за статуэтка? Позвольте. Это богиня плодородия. Зильберт до того, как увлечься поисками брюсовой русалки, занимался как раз вот дохристианскими культами северных славян. Плодородие, плодородие. Богиня плодородия. Да. А, вот еще. На похоронах говорили про какие-то кубки. Вам не кажется странным, почему эти кубки грабители не взяли? Это действительно несколько странно. Вот, обратите внимание. Вот этот кубок. Так называемый новгородский кубок. Середины 12 века. Угу. Очень редкая вещь. Но выглядит как-то не очень презентабельно. Но это только на первый взгляд, не специалиста. Уверяю вас, что любой коллекционер за эту непрезентабельную, как вы говорите, вещь отдаст вам 6-значную цифру. Уверяю вас. Ух ты. То есть, получается, кубки лежали в сейфе. Да. Дом взломали, предварительно отключив сигнализацию. Угу. А сейф? Сейф почему-то открыли ключом. Да. Насколько я знаю, Зильбер всегда носил ключи от сейфа в кармане. Странно. Зачем же тогда сейф? Это что? Это что за книги? Скажите, а я могу взять вот эти книги для более тщательного изучения? Разумеется, конечно, только обязательно напишите название и внесите в опись вещей. Обязательно. Все книги теперь принадлежат тоже институту. Все. Что там? Это что? Позвольте. Насколько я понимаю, это дневник Зильберта. А, это можно как-то прочесть. Ну, это стенография. Знаете, я могу попросить своих девочек. Они специалисты, они смогут расшифровать. Буду вам очень благодарен. Пожалуйста. Thank you.
Здравствуйте, я курьер по поводу посылки для Эврики. Я все поняла. Сейчас, девушка, подождите, пожалуйста, я водителя в налоговую отправлю, все у вас заберу. Вот сюда вот садитесь, дурдом какой-то. Секретарша уволилась, ничего найти нельзя. Алло. Да, мы ищем секретаря. Сейчас, минутку. Ал, поговори, пожалуйста, это по поводу секретаря. У нас совещание, сама поговорить не можешь? Алочка, ну пожалуйста, мне нужно отправить документы в налоговую до 5. Ну, сама знаешь, потом не разберешься. Да, ищем секретаря. У вас есть опыт работы? Без опыта работы не рассматриваем. А вы? Я курьер. Хорошо, подождите. А вы знаете, я могу работать секретарем. Не думаю. А почему? Вы могли бы дать мне этот шанс, как испытательный срок, и я бы вам все доказала. У вас есть опыт работы? Пока нет. Профильное образование, деловой английский. Вы работали в сфере IT-технологий? Ой, давайте не будем тратить время. Да где же эти документы? Они же здесь были. Дама, сварите-ка нам Набрал народу, даже кофе сварить некому. И снимите кто-нибудь трубку. Здравствуйте. Секретаря? Нет, вы знаете, мы уже нашли, к сожалению. Добрый день. Вы кто? Простите, меня зовут Макар Илюшин. Я по поводу убийства, вот мое удостоверение. Полиция, я все уже рассказала. Я не из полиции. Мне нужна ваша помощь. Тогда пройдемте в дом. Таким образом, мы сокращаем расходы втрое. И все это обойдется нам малой кровью. Это понятно? Понятно. Это хорошо, что это понятно. Давайте перейдем к следующему вопросу. Спасибо большое. А кто это? Я? Вы? Я секретарь. Ты просил распечатки презентации? А вы что здесь делаете? Немедленно выйдите. Ну, послушайте, ну нет у меня пока образования. И опыта работы тоже нет. И я не знаю деловой английский, и я совершенно ничего не понимаю в IT... Технологиях. Это, технологиях, да. Но вы дайте мне шанс. 2 недели, и из меня получится отличный сотрудник. Девушка, мне что, охрану вызвать? Извини, это курьер. Да, но могу работать секретарем. Вы всегда действуете так решительно? Нет. Мне просто очень нужна эта работа сейчас. Охрана, Соболева. Поднимитесь к нам. Подождите. Как вас зовут? Екатерина Викулова. Алла, давайте оформим девушку на испытательный срок. То есть вы меня берете? Добро пожаловать в Эврику. Понятно. Значит, грабителей вы не видели? Нет. Все случилось рано утром, я была еще в постели, и из моей спальни, к сожалению, ворот не видно. Вот. Я слышала только выстрелы, а когда спустилась, их уже не было, они уехали. А на дорожке лежал этот парень, водитель. Я почему-то сразу поняла, что он мертвый. Знаете, у него шея как-то была странно вывернута. Так уже в их не бывает. Понятно. Значит, потом вы вызвали полицию? Нет, полицию вызвал Леонид. Ну да, ваш муж. Мой муж сейчас в Европе. В Европе? Да, он читает курс лекций, а Леонид – это его ассистент. Он пригласил его на лето пожить с нами. Он помогает ему заниматься новой книгой, вы знаете, там, сноски, редактура.
Это очень удобно. Не надо ездить каждый раз в город. Там можно полностью посвятить себя работе. А ваш муж написал вот эту книгу про Брюсову русалку. Как она? Да-да-да. «Развенчание мифа». Да. Точно. Да. «Развенчание мифа». Ну, в общем-то, все понятно. Да. Лариса! Лариса, 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 Лариса. Лариса, вы забыли ключи от машины. Леонид, познакомься, это Макар. Очень приятно. Макар Илюшин. Да, Лариса Витальевна, я тогда пойду. Очень спешу. Да, да. Нет-нет, что вы. Мы как раз только о вас и говорили. А вы не могли бы мне рассказать, что произошло в день убийство Зильберта? Но я же уже все рассказал вашему следователю. Макар не из полиции. Да. Меня нанял Шмидт. Хорошо. Давайте тогда все по дороге. Прошу. Спасибо. Я же вам уже говорил. Я живу на втором этаже, боковое окно. Я услышал, что снизу звонят, и выглянул посмотреть, кто это. А фургон где стоял? Фургон стоял у ворот. Ага. А вторая машина возле калитки Зильберта. Все случилось очень быстро. Они вышли и... Кто? Трое мужчин. Так. А где же были сотрудники садоводческой компании? Водитель стоял у ворот, а женщина была в машине. Женщина – это Зинаида Белова? Разумеется, Зинаида Белова. Ага. Грабители, один из них начал стрелять. Сначала в водителя, тот упал, потом в женщину. Потом они сели в фургон и уехали. Так. А вы? Я? Я вызвал полицию. Ну да. Я осмотрю двор. Пожалуйста. Ну как, освоила? Ну, почти. Я же говорила, ничего сложного. Слушай, а ты знаешь, как я к вам попала? Здравствуйте, девочки. Привет. Ну, знаю, как ты к нам попала. Ворвалась в кабинет к Кале, довела всех до инфаркта, вот тебя и взяли. Да нет. Я имею в виду, почему меня взяли. Ну? У меня сосед ученый. У него дома разные коллекции магических кукол, амулетов. Он привозил их из разных экспедиций. И вчера он мне показал одну очень важную вещь – русалку. Он сказал, что она исполняет желание. Я здесь. Юр, ты мне данные по договору дашь когда-нибудь? А вы чем заняты? А у нас тут очень интересный разговор о Непознанном. Ой, извини, что прерываю. У нас этого Непознанного босс и маленькая тележка. Значит так, Танечка, завтра к нам приезжают эксперты из Питера. В 6 часов у меня доклад в министерстве. Внесите это все туда. Хорошо. В расписание, пожалуйста. И вот еще что. Вы ведь изучали стенографию, да? Да. Сможете сделать расшифровку вот этого дневника? Нет. Но вы знаете, можно Марию Сергеевну попросить. Она говорила, что она стенографисткой работала. Да? Да. Сделайте это. Попросите. И скажите, что это срочно. Как можно быстрее. Хорошо, хорошо. Конечно. Благодарю вас. Макар, вот материалы по ограблению коллекционеров, реставраторов и прочих людей искусства. Макар,
А, Серег, чё? Ты чё? Допросил. А, кого? Свидетеля. Свидетеля? А, свидетеля. Да, допросил. В общем, так, Серег, свидетель показал, что во время выстрела русалка находя... Что? Сейчас, Серег, подожди. Во время выстрела водитель автофургона находился у ворот дома. А вот эта Белова Зинаида Ивановна, сотрудница садоводческого хозяйства, была непосредственно в автофургоне. Но самое интересное, что тело Беловой на месте преступления не обнаружено. Так, получается, что Белову убили, тело оставили в кузове, сели в фургон и уехали, ясно? Держи, получи и распишись. Что это? Рыков подогнал. А-а. За последний год 5 ограблений с промежутком в 2-3 месяца. И 5 жертв. Будешь? Ну, держи. Огнестрел всех застрелили из Макарова. Ничего ценного не пропало. Понятно. Это что получается? Двое из Института этнографии, один из исторического музея, еще двое Академии наук. Понятно. Слушай, Серег, я тебя попрошу, ты можешь повнимательнее еще раз изучить это дело и попытаться выяснить, есть ли у этих товарищей что-нибудь общее, ну, помимо любви к отеческим гробам? А я тогда завтра сгоняю, поговорю с родственниками. Может быть, за что-нибудь зацепимся. Окей. Смотрю, очень интересно. Чего? Интересно, говорю. А, ты представляешь, Серег, если ты поймаешь русалку, она будет служить тебе в течение года, исполняя все твои желания. А вот это интересно. Слушай, самое интересное. А по прошествии этого срока потребует плату за исполненную работу. А чаще всего забирает человека прямо к себе на дно. Да. Это мне не подходит. Слушай, Макара, я... Опять не работает. Ой. И это не работает. Ничего не работает. Забыл. Кто-нибудь? Есть кто-нибудь? Кто? Ау! Руки в гору! Руки в гору! Ага. Быстро ключи от кассы и от счета! Сейчас! Быстро! Вот. Так. Ты на кассу, ты на стеллаже. Ты что делаешь? Ах ты, падла! Это падаль на стола! Хватаем, что есть, и валим отсюда! Только быстро! Быстрее, 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 быстрее! Внимание всем постам! Произошло ограбление по адресу Рогатинская, 15. Преступники ориентировочно скрылись на серой иномарке. Слышал ориентировочку? Ага. Смотри, смотри, там кто-то 200 летит. Не наши ли клиенты? Тормози, тормози! Стой! Стой! Погнали за ним!